Росомаха и медведь борются с террористами на атомном ледоколе. Это не сценарий супергеройского боевика, а учение СОБРа и ОМОНа в Мурманске. Бойцы территориального управления Росгвардии отработали действия по предупреждению и пресечению преступлений на важном государственном объекте. Подъем по тревоге, поиск, инженерная разведка района, совместная работа нескольких функциональных и штурмовых групп – это лишь часть задач, с которыми столкнулись участники тренировки. Одним из элементов учений стала тактика боевого мероприятия на ледоколе.